началось. Завтракай кофе, пасмурная погода, в летнее время года, сонные прогулки до ближайшей остановки, как будто в преисподнюю. Путь в набитой маршрутке, 9 часов, 5 дней в неделю. Ощущение, что каждый день новый понедельник, и так постоянно изо дня в день. Нервы на пределе, а в голове пустота и грень. Тут включил как-то раз телевизор, на экране ток-шоу, фильмы, все же зрители. И тут я понял, моя судьба за океаном. Солнечный Лос-Анджелес, бикини, гонорары. Каждому хотелось покорить Голливуд. Если будешь лучшим, то тебя позовут. Быть ли суперменом или женщиной-бан? Русские умеют, мы играем ва-банк. Билет на самолет, сборы, мы на экономе. Перелет над Атлантикой, вираж новый. Ничто не остановит на пути к мечте. Хотя акцент в языке — это не предел. Вот он, выход на трап, первый шаг в глубину. Сразу встречи, прослушивание, интервью. Темп поражает, жара не дает остыть. Но мы не робкого десятка, нужно победить. Продюсеры предлагают новые контракты. Режиссер правит бал на съемочной площадке. Грим наложен, актеры по своим местам. Свет, камер, экшен, вот о чем ты мечтал. Каждому хотелось покорить Голливуд. Если будешь лучшим, то тебя позовут.